Спасибо. Эй, парни, прекрасная новость. Папа Бенедикт попросил все стороны прекратить войну на время Рождества. Он заявил, что оружие может помолчать хотя бы в ту ночь, когда пели ангелы. Так что, похоже, у нас будет тихое и мирное Рождество. Ой, извините, парни. И сразу плохие новости. Командиры всех сторон, немцы, французы и англичане, отказались от перемирия и заявили, что война будет продолжаться. Парни, привет. Откуда у вас волынка? Подарок из 92-й дивизии, когда они узнали, что на Рождество мы будем на передовой. Падре, может, сыграете нам? Сыграйте, я мечтаю о доме. Кажется, у них там весело. Может, и нам веселье не помешает? Лейтенант. Лейтенант, я уверен, что немного музыки солдатам никак не повредит. Хорошо. Я не против, давай. Шпринг! Слезай оттуда! Это все прекрасно, но достаточно. Это тебе не опера в Берлине. Вы правы. Это лучше, чем Берлин. Британцы идут! Британцы идут! Британцы идут! Es nicht bewaffnet! Nein, Otto! Война, 14-й год, до слез соскомину набила. Грядет святое Рождество, война оружие сложила. Солдат, обычный человек, в душе войну он проклинает. Вот немец, англичанин и француз друг друга сердцем обнимают. Подарки дарят, как друзья, они истово в футбол играют.
Пусть разделила их война, но Рождество объединяет. «Счастливого вам Рождества!» — кричали немцы англичанам. «И вам того же, немчура!» — душой колбасной звали пряной. «Ах, если б не было войны, не выстрелы, тосты б звучали. Французы, англичанина, немчуру, Бог и Рождество объединяли. Ах, если б не было войны...»